ощущение, когда вы играете на новом сукне, что вы как будто бы на гололеде. Шар просто скользит по сукну, и такое еще впечатление создается, что вес шара у вас будет совершенно другим. Но когда вы будете играть на новом сукне, шарик вам будет казаться легче, потому что при небольшом усилии шар будет сразу отскакивать и лететь вперед. Как будто бы нет сопротивления, потому что на старом сукне у вас есть сопротивление. Когда вы будете играть свояка, вы будете ощущать проскальзывание битка на старте и когда уже коснетесь шара и пойдет следующий отскок. Этот отрезок вперед и этот отрезок от шара нужно тоже ощущать. Поэтому на новом сукне нужно еще уметь играть. Шару не надо никакого усилия, он уже скользит и он уже отлетает от кия, проскальзывая по сукну. А полный выпуск смотрите в видео на нашем канале.